Масури чего сапар яка осу, Эламбиб, видел по солнцу дупал. Дупаста, где? Десь ну, класні жос. А по мене жос, жос на мене це по мене. А існу це по мене жос. І ось це наша пія. Я думаю, майка і жінка. Ось сюди, хвилика. Па сон шанси с май континуї в осу, да? Сон шанси коло сау. Ну, я де чун два, я де два по мене ще десь там сюди на бачене сім. Там парки не маєш. Да насу, а кума насу куриця є, а фінка ми десь ну. Ну кад. Ну, прямо рим кирсу курицьку періуса. Период сухого досупра, сюда донди, унди, прецизон ди, а донди осу. Тупо курс периодца лесом пиксу суси, ди умезала. Что пас там бибку к солуци клейш этанол. Это что? Ну ты просто пробуй песка с глиной, чтобы можно было уточнить, в каких отложениях найдены остатки нашего мастодонта. А это останки животных, которые тоже, да? Да, вторая фаланга антилопы. И здесь вот эти вот, значит, ископаемые капролиты, это ископаемые фекалии разной формы. Возможно, тоже что... от животных? Да, или... различные животных. Угу. Это, возможно, вот капролиты мастодонта. Вот. А там одна особь мастодонта? Да, одна. И она в хорошем состоянии, да? Найден череп, наиболее целый череп из всех известных до сих пор. От Испании до Китая, 6 целых зубов, носовая часть, так называемая ростральная часть с фрагментами бивней, и отдельные фрагменты ребер, головка бедренной кости. Есть еще, кроме этих материалов, еще есть остатки мелких млекопитающих грызунов, 10 фрагментов скорлупы, не скорлупы, извиняюсь, а карапакса и пластрона черепах. Здесь еще вот кость бобра того же времени, вот, тоже оттуда. Что в то время уже были бобры? Были еще намного раньше. Возраст отложений приблизительно 3 300 000, 3 800 000, ну, приблизительно около 3,5 миллиона. Находки этого рода мастодонта, ну, наиболее редкие в Молдавии для этого возраста. Был еще один мастодонт Ананкус, горстые зубы мастодонта. А этот у нас гребни зубы. Вот у него зубы в форме гребней. Это так называемые настоящие мастодонты. В форме гребней. И они были, обитали в биотопах, в лесных биотопах. Именно эта находка является уникальной тем, что есть, ну, большая часть, ну, сохранилась большая часть черепной коробки. Угу. И на настоящий момент это наиболее целый череп данного вида. То есть вообще в археологии мировой, не только в Молдове? В палеонтологии. В палеонтологии, да. Да. Он был, этот вид был распространен от Испании до Китая. И в Греции были найдены два скелета, один в 96-м, другой в 2006-м, но у них сохранились бивни, но от черепной коробки только, значит, нёбная часть и верхние зубы в 96-м. В 2006-м там еще не ясно, какие у них там, тоже два бивня, один бивни 4 метра 95, другой 5 метров и 8 сантиметров. А у этого сколько длина бивни? У нас
не все бивни не целые. Ага. Не сохранились целые бивни. Есть только носовая растральная часть, откуда начинают бивни. Фрагмент отдельный бивни есть, но нет полных бивней. А есть предположение, какая особь, самец, самка? Думаю, ну, нам пока это не ясно. Думаю, что если сравнить эти зубы с другими особями, с другими зубами, которые найдены до сих пор, если эти окажутся наиболее крупными по сравнению с другими, то возможно, что это самец. Самец. Но сказать пока это очень. А что дальше будет с этими находками, которые там нашли? Будут склеивать или что? Нужно для того, чтобы я за 5 дней, сколько успел, два дня, ушло на то, чтобы раскопать полностью череп. Сначала из стенки было видно приблизительно 45 на 30 сантиметров фрагмент, но затем, после чего мы его расчистили, он оказался шириной 72 сантиметра. И после чего мы его раскопали, я поработал над расчисткой костей, склеиванием. И нужно еще, конечно, много расчищать. После расчистки костей мыть, сушить и затем пропитывать специальным клеем БФ6 с раствором этанола, то есть спирта. И, конечно, это нужно, по крайней мере, еще 2 недели рабочие, чтобы привести более-менее в порядок этот череп. Он, безусловно, является не только национальным достоянием, он по своей сохранности является уникальным для науки. Он дополнит, конечно, морфологию, черепную морфологию этого вида. И, конечно, было бы желательно, чтобы его видели и другие наши граждане и гости нашей республики. Ясно, что будут желание у других исследователей из других стран приехать посмотреть этот череп. Это а что сказал директор лаборатории или директор института? Ну, они тогда еще не знали, что о том, что череп настолько большой, думали, что там осталось в стенке только фрагмент, кусочек 30 на 40 сантиметров. И думали, что обычно черепа в ископаемом состоянии крайне редко находятся. Если даже находятся, в лучшем случае это нёбная часть и верхние зубы. И первый день тогда, когда были в карьере, там не было ясно еще, насколько целый этот череп. Ну сейчас они ведь знают уже или еще нет? Уже вот на отчете я представил в отчете фотографии и посмотрим, как они отреагируют, смогут ли содействовать тому, чтобы, конечно, если бы он был в Кишиневе, я бы его смог отрепарировать. И эту работу мог сделать только человек, который имеет опыт, имеет специальную пропитку, клей. Разве такие находки не должны привозить в музей, в столицу? Почему? Кто решил, что она останется в том музее, в том селе? Так, тогда на тот момент еще не было ясно, насколько он целый. И вот профессор Давид, заведующий отделом палеозоологии, сказал, что он имеет больше локальное значение, да, чем национальное. Но сейчас он превышает даже национальное значение. А для науки, я говорю, что для науки это уникальная вещь, которая, безусловно, это 100%, что многие исследователи приедут и будут смотреть из-за рубежа. А директор того местного музея согласится отдать его? Может быть, если
Если предложить ему еще что-нибудь взамен, какие-нибудь книги, помощь музею. А как называется село? Село Кулибаш Кагульского района. И с, в каких числах были раскопки? С 9 по 12 ноября. А когда стало известно, что там есть останки? Мне было известно, мне сообщили 7 ноября, это был понедельник. И меня пригласили на канал Публика ТВ, передача «День за днем». И потом маленьким фрагментом видео я сразу понял, что это не динозавр, а мастодонт. Приблизительно уже возраст знал. А что сказали, что это предположительно динозавр? Ну, директор музея, который нашел, сказал, что это динозавр? Музей или те, которые переняли эту информацию от него. Но то, что они предположили, что это динозавр, это не никак не умаляет достоинство того, что это очень хорошо, что человек спас эти вещи. И есть случаи, когда находят интересные вещи, пускай даже небольшие, на них не обращают внимания. И я, конечно, должен ему сказать огромное спасибо, не только я, но весь научный мир, за то, что он спас то, что смог тогда, и вызвал нас, настоял на том, чтобы приехали специалисты, заботился обо мне все там эти дни и помогал, чем мог. А что нужно сейчас на данный момент от академии, от дирекции, чтобы они выделили средства на то, чтобы склеить останки или что? Если бы привезти они, их? У нас сейчас годовые отчеты, но если бы они могли позвонить и договориться с учителем истории там и с примарем села, их перевозка материала и каких-нибудь пожертвований для школы, для музея, научной литературы и другими там различными возможностями, например, прочитать лекции для школьников, сделать какие-нибудь экскурсии. Даже сюда, в Кишинев, к нам, в наш институт, может быть, кто-то из школьников заинтересуется, значит, какой-то определенной ветвью зоологии. И возможно это сделать дипломатично, и если поймут, что это очень важно. Значение крайне, очень велико. Надеемся, что может еще в следующем глубина, на котором находился череп, небольшая, 25 или 5 сантиметров. И если на следующий год можно было бы организовать летом палеонтологическую школу, школу палеонтологических раскопок, то раскопать около 10-20-30 квадратных метров, глубина небольшая, и может быть на этой поверхности еще будут найдены другие фрагменты костей, например, должны быть еще позвонки, ребра, и довольно шансы есть еще найти какие-нибудь остатки другие от этого нашей особи мастодонта. Но пока что из того, что нашли, череп, да, он в каком, он в хорошем состоянии, насколько возможность его восстановить, на сколько процентов? Значит, ладно, думаю, что по крайней мере 85-90% черепной коробки я веду без бивни сохранилось. Конечно, очень вредно. Понятно. А пока что как-то законсервировали раскоп на зиму? Или раскоп засыпали обратно все? Нет, там глубина небольшая. Значит, и поверхность сверху она задернована травой, и она за зиму ничего с ней не будет. Если глубина небольшая, там на следующий год, если будут возможности дней 10 хотя бы поработать с учениками там. Конечно, если было бы хорошо, конечно, чтобы у этих учеников было бы хотя бы какие-то бутерброды, чай или что-нибудь на обед, то было бы, конечно,
большой удачей, если бы мы нашли еще хотя бы другие части скелета. Угу. Я не говорю, что весь скелет. Весь скелет. Мы нашли череп, который лежал там, он был перевернут зубами вниз. Значит, поток реки нес его, и этот скелет, ну, нес его поток реки, он, конечно, был, лег на лоб. Откуда известно, вниз, что там была река? По рельефу? Отложение? Да, нет, отложение, которые мы его нашли, это пески, речные пески, угу, с глинкой, с глиной, вот, были мелкие такие, угу, гравий, мелкий гравий, очень гравий. То есть это было типа болотное, немножко стоящая вода. Угу. Река, ну, видимо, где-то возле берега находилось это место. Не сильно пострадал череп, если бы он его несло много, на несколько десятков метров, то его череп бы развалился. Угу. А так, более-менее, очень хорошо сохранился. Ясно.